Я Джерри Лэнг. Я являюсь техническим консультантом компании FFI. Я хочу объяснить, как работает таблетка MPG. Давайте рассмотрим работу двигателя внутреннего сгорания. Она состоит из 4 тактов. Топливо поступает в камеру сгорания, проходит процесс сгорания, процесс сжатия и выход отработанных газов. Что происходит без MPG? Во время 3-го такта топливо не сгорает полностью в камере сгорания. Если снять на двигателе выпускной коллектор, вы увидите, как огонь выходит из выхлопной системы во время такта выпуска, что недопустимо. Теперь рассмотрим, что будет происходить с топливом, будь то бензин или дизель, если в него поместить таблетку. Топливо становится более качественное, которое в свою очередь является катализатором. При попадании в камеру сгорания процесс эффективного сгорания полностью завершается, чем способствует увеличению мощности, а также уменьшению температуры выхлопных газов, что даст возможность продлить срок эксплуатации выхлопной системы. Итог. С помощью таблетки MPG повышается продуктивность, мощность, экономичность двигателя. Я тщательно исследовал MPG и уверен, что она работает. Это факт.